Так, продолжаем разговор. Дюк отлично все понимал. Дюк хотел ее убить до того, как она проснется полностью. И вот если бы ему не мешали наши герои, в числе которых наш Люк местный, который, я уже объясняла, это не Люк из бездны, а ему родной брат, который скоро должен вернуться из изгнания. Если бы Дюк ее вот здесь убил, до того, как она проснется до конца, ничего бы не было вообще, видимо. Но у нас наши герои обожают выпрыгивать из штанов. Я отлично понимаю, куда сейчас это пойдет. Потому что я еще раз говорю, я как протак, я сама Десендер. Всю эту кухню, в общем, известная. Но по факту, да. Самая разница большая двух Весперий в том, что во второй, что бы это ни было в этом переписанном таймлайне, мы выпустим из-под зауда не меньше, чем две дюжины этого вида. Дальше свяжите сами. То есть красноглазая форма, и вот когда она, видите, у нее текст идет в кавычках, это то, что она говорит не сама, а от лица вот этой вот сущности. Потому что, видите, у остальных персонажей вот этих вот скобочек нету. Дюк хотел все сделать правильно, ему не дали. Поэтому теперь, конечно, Дюк лох. Потому что когда они все-таки сами поняли свой косяк и думали, что ее убили, он ее спас этим мечом. Сейчас она, блин, еще опаснее, чем Юрия. Но Эстель всем плевать. Здесь просто. У Дюка такой вид, что, блин, сколько можно? Правда, сколько можно? Я устал вам это повторять, что вы делаете выбор между миром и девкой. Если вы выбираете девку, то мира не будет. Но никто не слушает. Все спасают девку всегда. Поэтому сюжет сказания, в общем-то, бредовый, на самом деле, откровенно говоря. Он очень сложный, но если разобраться и копнуть глубоко, он идиотский. А с этим Ирена он теперь вообще просто феноменально идиотский. Это вот мое честное вам заключение. Теперь, да, Дюк официально идиот, потому что он спровоцировал то, что случилось на Арк. Потому что уже было поздно. Надо было убивать вот здесь. И все. Жестоко. То же самое касается Шион и всех прочих. Но Шион просто первая. Так что кто будет читать дальше, читать будет вот этот бред. С обеих сторон.
Пока добавить больше нечего.